Так часто то, что прямо перед нами, кажется таким недосягаемым и невозможным, необъятным. Мы сами себя загоняем в рамки и обязательно в приятном так старательно отыщем то, что неприятно. Но стоит только раз почувствовать, узнать, словить этот безумный ритм, как все сомнения сердитые добреют, тают и уходят. Вот как так в жизни происходит? Объясните. Пестрили разговорами, пугали аналитикой, прогнозом и слишком. Слишком часто перед нами закрывали двери. Так что теперь не страшно не добраться до мечты. Куда страшнее не попытаться это сделать, не поверить. Не осознать, что все огромные мечты на самом деле наши маленькие цели. Сегодня Олимпийский оказался очень близко. Становятся минутами все то, что ранее казалось мутными годами. Искренне надеюсь, что вы с нами.